Когда работаешь с глиной, о чем не думаешь вообще? Полностью нужно отвлечься. Думать только о скульптуре, вообще только о скульптуре. Когда там телефонные звонки там, и так далее, там музыка даже мешает. Мне нравится работать во всех направлениях, однозначно. Ну, кроме, конечно, современных там, абстракций, современного искусства. Меня это не очень интересует. Все пытаются встать на новую волну в искусстве. Я считаю, что, в общем-то, в старые много чего еще не открытого. Медведь у нас залез в форму. Вот сейчас, в данный момент, там внутри медведь готовый из глины. А все, что видите снаружи, это гипсовая форма. Работа, которую вот сейчас я заканчиваю, это Серафим Саровский. Идея была такая заказчика и священнослужителей, что Серафим Саровский кормит медведя. В советское время монументальная пропаганда была очень сильно развита. А сейчас, конечно, нет. Ну, все зависит от бюджета страны, я так понимаю. Это мне очень понравилось, как сказали итальянцы. Какой бы сервис мы вам не предложили, вы к нам все равно поедете. Потому что наши предки за нас сделали все. Поэтому, вот, конечно, я считаю, что в стране вообще скульптуры очень мало. Есть хорошая скульптура, есть плохая, но ее просто, в принципе, мало.